Друзья, это большая рыба. И сегодня наш гость Дима Дубилет. Один из основателей FinTech Band и один из основателей MonoBank. Вся команда пришла из Приватбанка. Не из Приватбанка у нас, наверное, человек 5. Наше приложение это фактически о полноценных банковских услугах. Делать выдающийся карточный продукт и давать возможность людям брать в кредит. В Англии мы идем самостоятельно. В Лондоне у нас тоже будет свой офис, будет ряд сотрудников, которых мы уже пригласили или будем приглашать. Монобанки, Дим, ты можешь сказать, какая твоя роль, какая твоя должность? Ты отвечаешь за IT или ты за бизнес девелопмент вообще, что такое монобанк? Монобанк – это тот проект, который мы делаем в партнерстве с универсал банком, со стороны универсал банка это в первую очередь лицензия и фондирование, с нашей стороны все технологии, маркетинг, все бизнес-процессы и так далее. Фондирование ты имеешь в виду, ну, в том числе и финансирование? Э, имеется в виду в первую очередь средства на кредитование, То есть Основной бизнес монобанка Здесь... заключается в том, чтобы делать выдающийся карточный продукт, выдающийся мобильное приложение и давать возможность людям брать в кредит. Для То того есть... чтобы давать людям в кредит, нужно иметь ресурсы. Вот, вот эти ресурсы мы получаем от универсал банка. То есть ваша технология, ваша идея, ваш маркетинг. Ты... Нашей команды. команды. У нас большая, большая, большая команда. Большая команда. Ты говорил, что у вас команда 150 человек. Да, около того. Часть команды пришла из Приватбанка или часть команды ты уже набрал? Вся команда пришла из Приватбанка, не из Приватбанка у нас, наверное, человек. Вот если, ну, если не брать, например, колл-центр, там какие-то такие профессии, то не из PrivatBank у нас, наверное, человек 5. Наше приложение это фактически о полноценных банковских услугах то есть в первую очередь наша карточка удобна для того чтобы рассчитываться в первую очередь для того чтобы я не знаю там не знаю в ресторанах в кафе где где-нибудь ее рассчитываться это получать кэшбэки но конечно для определенного процента наших клиентов, у кого иногда бывают какие-то разрывы, они могут воспользоваться кредитным лимитом. В этом состоит бизнес-модель? Бизнес-модель, конечно. Это, это один из ключевых, скажем так, заработков. И, конечно, это кредитование. Если я владелец банка и хочу использовать вашу технологию, я могу это сделать? сейчас нет. Мы со время, когда наша команда ушла из приватбанка, мы общались со многими владельцами банка, как бы у нас было видение того, как построить этот бизнес. И фактически вот с Универсал Bank мы договорились. А у нас есть сотрудничество с iBox, iBox Bank. Мы с ним скоро запускаем тоже новый продукт. Какой Он будет, будет продукт? несколько отличаться от монобанка. Там плюс-минус идея будет та же, но будет другое позиционирование, будет другая рисковая политика. Там много вещей будут отличаться. Как вы решаете вопросы конкуренции? Мы их iBox, будем. Это, это разные продукты будут. То есть они будут действовать фактически на разных рынках. То приложение. iBox будет, скажем так, несколько более нишевым. Угу. То приложение или та бизнес-идея, с которой вы заходите в Англию, это партнер-монобанка, это монобанк, э, монобанковское решение. Вернее, универсал банка решения? Нет, для, в, выду, в, Англию мы идем с в Англию мы идем самостоятельно. Самостоятельно как? То есть, можешь сказать, что идет в Англию? В Англию идет Дима Дубилет, в Англию идет Монобанк, в Англию идет Финтек Бенд. В Англию идет Финтек Бенд и фактически три э, ключевых э, соснователя английского проекта. Это я, Миша Рогальский и Олег Гороховский. Угу. То есть, я также понимаю, что вам там нужен банк-партнер? Нет. В Англии в этом плане законодательство проще, потому что для того, чтобы оказывать те услуги, которые мы планируем, с которыми мы планируем запускаться, там достаточно получить так называемую все лицензию на электронные деньги и на консюмерское кредитование. Там эта лицензия получается относительно быстро, и поэтому, в отличие от Украины, нам там не нужен какой-то крупный партнер, который будет давать свою лицензию, с которым мы будем создавать вместе проект и так далее. Команду вы будете там строить? Oh. 90%, процент, процент костяк команды будет находиться также в Украине, но, конечно, в, офис, в Лондоне у нас тоже будет свой офис, будет ряд сотрудников, которых мы уже пригласили или будем приглашать. Ты можешь сказать позиции, которые вы точно не будете закрывать в Украине? Какие ключевые позиции? Допустим, маркетинг которые здесь не будем. или там, которые ты точно будешь строить там? И с чем это связано? Ключевое направление, которое мы сейчас э, закрываем. Сотрудниками но в британском офисе это люди, которые имеют большой опыт в британской банковской индустрии. И каким, каким бы у нас опыт ни был в Украине, все равно есть какие-то вещи, которые мы просто не понимаем, как действует британский рынок. Uh -huh. И поэтому мы привлекли в команду двух очень крутых специалистов. Один специалист работал в Visa, в лондонском офисе долгое время и в банке Сити. А другой работал в Capital One и там в еще одном банке. Ну, то есть у них колоссальный опыт. И вот мы считаем, что от того, что они присоединятся к нашей команде, у нас будет идеальный симбиоз, потому что будут наши технологии, наше такое общее понимание и их британское понимание. Без дев экспертизы, что то в этом можно так да. назвать. Ну, да? формально они называются CTO и Head of Product, но ну, это абсолютно формальное название. Мы вообще у нас с должностями проблема в компании. То есть, в принципе, ну, это не важно, да? Да. То есть вы используете agile какие-то вещи? да конечно чему вы обучаете своих сотрудников у нас я считаю очень правильная культура атмосфера в которой ну, практически все ключевые это такая сотрудники или нет? да я, я считаю что она очень стартаперская у нас костяк команды около 30 человек являются нашими партнерами с точки зрения акций то есть мы раздали всем опционы фактически поэтому все заинтересованы и работают не только там за идею за а, зарплату за бонусы но и за долевое участие в бизнесе это говорит поэтому... о том что вы инкорпорированы не в украине нет, почему? Мы в рамках украинского законодательства нашли, как правильно это сделать. То есть опционы в Украине. А ты можешь рассказать, а как это сделать? Это, Или это ну если оп это не опцион, опцион. Я я не помню. Там была какая-то трехэтажная конструкция, но на самом деле опцион это ну, бытовое название, скажем так, которое мы привыкли. А ну я понимаю. С просто опцион официально в Украине это не может. Официально, писать. конечно, нет. Но мы придумали какую-то конструкцию, которая расписывает участие сотрудников э, в капитале компании. Какие-то B 2 B штуки будут появляться, или это не ваша история? Я думаю, что мы история. осенью начнем заниматься более плотно выпуском предложений для СПД, для юрлиц я думаю, что в этом году точно не будем. Что будет для СПД? Что будет? Ну, в первую предлагать? очередь расчетное обслуживание, то есть просто иметь возможность получать деньги на свой счет, переводить, перебрасывать на другие карточки и так далее. Ну, по сути, ну что-то похожее, поправь меня, если я не прав, но приватбанк тоже самое. Правда? Конечно. То есть... У нас фактически нет ничего такого, чего бы не было в приватбанке. То есть у нас просто оно часто реализовано бесплатно, без комиссии, или реализовано гораздо красивее, изящнее, потому что с точки зрения интерфейса, с точки зрения мгновенности, гораздо более приятнее этим пользоваться. С карткой «Монобанк» кожаный банкомат ваш. Монобанк. Первый мобильный банк. Когда нам ждать Монобанк на Черт его Знает, посмотрим. Ну, скажем так, мы себе придумали так. Мы понимаем, что мы в любой момент можем выйти офлайн. То есть у нас условный бюджет под это отведен. Но мы сказали, что мы выйдем офлайн тогда, когда темпы прироста упадут. Пока что темпы только растут. То есть, может быть окажется что вот эта модель когда мы сделали суперпродукт с супер условиями и люди рекомендуют его друг другу она будет себя оправдывать достаточно долго потому что чем больше людей открывают наши карточки чем тем большее количество у них друзей кому они дальше дальше нас рекомендуют То есть сейчас базы прироста вам хватает какие цели да. на этот год? Я надеюсь, что в этом году у нас будет полмиллиона клиентов. Мне задали достаточно много вопросов в Фейсбуке, в Инстаграме, кстати, в том числе. Удивительно, я не верю, что мне в Инстаграме будут задавать вопросы, да? но факт. Их задали, и один из вопросов ⁇ экономика коммерческая, наверное, составляющая одного клиента. Можешь сказать, сколько банк может зарабатывать с одного клиента владельца карточки? Или это достаточно это сложный? Вопрос? Сложный вопрос, потому что есть разные сегменты клиентов. Я так сходу не скажу обобщенную цифру, но я могу сказать, что если клиент пользуется или не пользуется кредитным лимитом, это разная история. Если клиент пользуется кредитным лимитом и остается в льготном периоде, это третья история ну и так как бы это абсолютно разные кейсы. Например, если клиент пользуется кредитным лимитом и остается в льготном периоде, то есть не платит там ничего за кредит, то он для, для нас убыточный фактически. Если клиент не пользуется кредитным лимитом и пользуется только для платежей, то он для нас э, фактически, ну там совсем чуть-чуть мы на нем зарабатываем, потому что мы огромные деньги отдаем на кэшбэке. Человек на нас может заработать, заработать до 500 гривен в месяц, и многие этим с успехом пользуются. Mm -hmm. Если клиент, конечно же, пользуется нашим кредитом, и не остается в льготном периоде, то на таких клиентах, конечно, идет самый большой заработок. При этом я хочу сказать, что все равно у нас условия закредитования самые лучшие в Украине. Опять же, мы можем себе это позволить. Какой ЛТВ у этого клиента? М? Ты можешь назвать ЛТВ этого ЛТВ клиента? ЛТВ не могу сказать, мы запустились только полгода назад. Ну в привате. 95% Ну в привате. В привате абсолютно другая история. В привате были пионеры, пенсионеры, в привате все были. У нас, в основном, это молодая аудитория, в основном это более обеспеченная аудитория за счет того, что есть смартфоны. В основном это early адоптеры так называемые, то есть те люди, которые могут оценить красоту банковских услуг, которые у тебя только в смартфоне находятся и все. И поэтому абсолютно несопоставимые вещи. Я могу, например, сказать, что по с точки зрения рисковой политики, то есть в приватбанке проблемность кредитов была на порядок выше, чем в Монобанке. У нас условно алгоритмы примерно одинаковые, подходы, по крайней мере, в пострелянии. Ну, еще этих выборка алгоритмов. немножко другая. Конечно. Но ну, 200 ну, конечно. тысяч э, ну, тем не менее. сравнивать. Какая у вас база, кстати, была в привате? Я не помню. Но так или иначе, все Процент население. 80 Так, так или иначе, да? все население страны, конечно. Ну... Вот. Но кредитовали мы, конечно, гораздо меньшее количество людей в Приватбанке. Но, вот повторюсь: примерно с одинаковыми подходами э, клиенты Монобанка фактически не идут на просрочку. И это потрясающе. То есть это значит, что мы можем себе позволить раздавать кредиты достаточно большому количеству людей, которые к нам за ними обращаются. Не идут на просрочку, то есть вот эти проблемные кредиты, да? Да. С одной стороны, ты говоришь, что вы можете себе это позволить, с другой стороны, у вас нет математики. Все равно пока что... В смысле это... нет математики? Ну, ну, я имею в виду, все равно вы находитесь в стадии инвестиций. Нет. Нет, сейчас проект... Ты хочешь сказать, что проект уже прибыльный, Монобанк? Если, Конечно, если учитывать те инвестиции, которые были сделаны в платформу, в разработку и так далее, то я надеюсь, что в этом году на операционную прибыль мы точно выйдем. Просто Сергей Тигибко также в одном из своих интервью рассказывал, что инвестиции в Монобанк это просто огромная инвестиция. Мы даже не представляем себе какие-то затраты. Ты можешь сказать, какой бюджет или сколько вы уже потратили на... По то, бюджету чтобы не могу сказать? Такой я, не, я не могу сказать по бюджету. Ну, то есть это вопрос 1, двух, трех миллионов долларов, просто тяжело посчитать правильно, потому что, повторюсь, много проектов, много людей, и тяжело аллоцировать эти расходы. Но то, что касается инвестиций в первую очередь человеческих, то есть нашего внимания, нашей энергии, то есть, конечно, тут были колоссальные инвестиции. То есть мы рожали этот проект в прямом смысле слова 9 месяцев, и то, сколько мы потратили энергии на этот проект, это в первую очередь были те самые колоссальные инвестиции. 9 месяцев с момента принятия решения или с момента, когда ты уже... Начал работать с Universal Bank. Нет, с момента принятия решения. Мы уволились из PrivatBank в конце 2016 года, в начале января 2017 года мы начали работать и запустились фактически в стадии бета. Мы в, июле, в... в июне, октябре. Да? Как раз давай. Очень интересный вопрос о технологии. На айфоруме ты сказал, что. Монобанк тебе дал возможность реализовать то, что не получилось в привате. Что есть в Моно, чего не дали тебе реализовать в привате? Ну, я не могу сказать, что что-то не получилось в привате. Но в приватбанке ну, было крутой продукт, согласен. Спасибо. Но... В приватбанке есть было два фактора, я бы сказал. Первое это все-таки легаси. У нас было огромное количество комплексов программных, которые были ну, не такие гибкие, не такие быстрые в том, чтобы их изменять, как хотелось бы. А с другой стороны было давление клиентской базы. То есть у нас за счет того, что чуть ли не все население так или иначе было нашими клиентами, мы очень многие вещи не могли себе позволить. Сейчас же, когда мы понимаем, что наши клиенты являются в первую очередь вот, молодые люди, как... В этой студии мы можем себе позволить с точки зрения коммуникации, с точки зрения интерфейса да, и то так есть далее, ты еще да, гораздо более окипки. экспериментировать. Кота или... в приложении мы бы никогда не сделали в privat 24, потому что не все любят котов. А здесь мы имеем привилегию сказать, вы знаете, ну если вы не любите котов, ну окей, возможно, мы вам не подходим, потому что мы хотим создать бренд, который любят. А когда ты создаешь бренд, который любят, всегда ты вынужден принимать какие-то решения, которые приводят к тому, что находятся люди, которые наоборот его не ну, любят. ты всегда смотришь назад. Да. Олег Тинькофф, которого ты так не любишь. Я свое, так не люблю. Ну, скажем так, ты говоришь, что он антисемит и есть вещи… Меня все время удивило, что он антисемит, да. Я считаю, что все евреи должны жить в Израиле. Олег Тиньков в свое время в одном из интервью или в одной из статей говорил о том, что он приезжал в Украину со своим продуктом, хохлы, ленивые и так далее, но не в этом суть. Он говорил о том, что рынка не хватит для того, чтобы окупить продукт такой, как есть у Тинькова. Ну, я думаю, что это глупость, потому что тот, та ниша, в которой работает Тиньков, она очень... Она требует достаточно небольших капиталозатрат, и это очень высокие возвратные инвестиции. То есть это Я думаю, это... что... Я не знаю, почему он так сказал. Возможно, он не нашел партнера. Возможно, он не нашел, как достать банковскую лицензию. Возможно, он испугался конкуренции с тем же приватом. Мы не испугались, он испугался. Вот, и поэтому сказал. Но с другой стороны, у него все-таки российский рынок. Российский рынок в три раза больше, чем Украина по населению, даже, а по наверное, количеству уже, денег мира раз наверное, в 10. Чем в 3, да? ну, Если да, взять да, там да. Крым, присоединить куда-то, то, то насколько там 37, сейчас миллионов их там 150. Конечно. Поэтому ему есть что делать в России. И, наверное, в его ситуации терять фокус только на российском рынке достаточно сложно. Новая волна Телеграм. Да. Крутое. Какие ребята. ты видишь риски? Да, еще одни. Крутые российско-американские уже ребята, Павел Дуров, э, они говорят о том, что хотят уже внедрить свою платежную систему, да? То есть будет ли монобанк развиваться в сторону чатов, в сторону мессенджеры? Э, скажем так, ну должна быть, наверное, какая-то гибридная Мы модель. мессенджеры точно делать не будем. Более того, одно из там, отличий, которые мы сделали, э, не похожим на приватбанк, мы не встроили чат в свое банковское приложение. А мы да сказали, интересно. что мы, 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 сказали, что мы общаемся с клиентами в том чате, в котором ему удобно. В Телеграме, в Вайбере или в Фейсбуке. То есть ты с нашей службой поддержки общаешься в Телеграме. И это, конечно, гораздо удобнее, потому что в Телеграме как-то удобнее общаться, чем в каких-то доморощенных чатах. Видишь ли ты конкуренцию со стороны Телеграма в случае, если они, а я думаю, что вопрос, наверное, уже неизбежен, будут внедрять какие-то платежные сервисы, платежную систему в свой э, мессенджер. Если брать статистику в монобанке, то сейчас 75% обращений идет через чат. В Приватбанке, конечно, это была цифра гораздо-гораздо ниже. Ну, у нас смартфонные клиенты, это логично. Пока что мы заняли принципиальную позицию, опять же, то, что нас отличает от, от Приватбанка, мы сказали, что мы вообще не используем никаких ботов, никаких автоответчиков. То есть, если ты обращаешься к нам в чат, тебе сразу отвечает живой человек. Мы инвестируем огромные деньги в нашу службу поддержки, чтобы там были умные, адекватные люди, которые получают, кстати, гораздо больше, более высокую зарплату, чем в других местах аналогичных, для того, чтобы они могли с тобой поддерживать профессиональную, высокосодержательную беседу, скажем так. Придем ли мы к тому, чтобы использовать искусственный интеллект для общения? Я думаю, что в ближайшее время точно нет, потому что нам важно, чтобы было вот это человеческое общение, потому что это фактически единственная точка контакта нашего клиента с нашим банком, потому что во всем остальном мы полностью виртуальные. Ну, в будущем, когда по определению искусственный интеллект будет более качественно общаться, чем люди, ну, конечно, будем экспериментировать в этом направлении. Ну, просто, опять же, экономика. А что касается Телеграма, конечно. А что касается Телеграма, то, конечно, потенциально это один из очень опасных э, конкурентов. Я не думаю, что это будет вопрос в ближайших нескольких лет, но в будущем, если у них создастся своя экосистема, будет какая-то своя квазивалюта и так далее, то, черт его знает, все может быть. Супер. Мы тут с вами сидим. А мы сегодня поймали двух мошенников, арестовали прямо. Вот. Что за мошенники? Ну, есть такой жанр люди, которые э, по поддельным документам оформляют кредиты а, на вставных вот людей. Вот эти экранчики в Приватбанке их разыскивают. Ну, например, да, да, да. Мы, мы решили с самого начала дать, задать, э, взять такую планку, что мы очень много инвестируем в то, чтобы любыми средствами добиваться ареста э, вот этих мошенников. Для того чтобы они обходили именно монобанк э, стороной. И... Это первые два. Нет, мы достаточно многих уже арестовали. То есть, ну, то есть, условно, они нам дали ущерб на 10 тысяч гривен, а мы инвестируем 100 тысяч гривен в то, чтобы все-таки его поймать. Поэтому они понимают, что нужно идти в другие банки мошенничества. Банк. Какой процент вот этих людей, которые мошенничают с, кар... с карточками? Ну, в проценте людей сложно говорить. Ну, то есть, есть какая-то банда, которая там может открывать несколько десятков карт в день, например, и пытаться через них проводить какие-то левые операции, прогонять через них счета, пытаться обмануть финмониторинг и так далее. Вот, то есть вот мы в том числе... Как ты узнал, что вы двух нашли? Ты получил сообщение? Мне только что написал сотрудник, да, который был задействован в спецоперации. А, а как выглядела спецоперация? Ну, я просто боюсь, что все детали не могу рассказать. То для, это того, чтобы, для того, чтобы новые, новые мошенники об этом не узнали, о том, как именно мы, мы ловим. Но могу сказать, что мы применяем самые разные инструменты для того, чтобы наши клиенты были защищены, для того чтобы мошенники понимали, что пусть, пусть лучше работают с другими банками. Друзья, я повторяю, что сейчас самый лучший момент подписаться на канал, потому что кто подпишется на канал и задаст вопрос. Автор Лучшего вопроса получит подарок вот эту книгу с подписью Дмитрия. Эта книга ⁇ Искренняя лояльность ⁇ Дима рекомендовала как одну из лучших прочитанных книг за все свое ну, Из бизнес-литературы. Из, из бизнес-литературы. Бизнес да, и Дима сейчас прямо ее сейчас подпишет. Да. И... Давайте. Я на всякий случай уточню. Во-первых, я не автор этой книги. Во-вторых, я все еще рекомендую книги писать в электронной форме. Я считаю, что это гораздо удобнее. Но с другой стороны, как подарок, наверное, бумажная книга сойдет лучше. Мы не знаем имя автора. А, то есть моего лучшего, лучшего вопроса. Вопроса. А, видеоблога. Видеоблога. Большая видеоблога. рыба. От Дима Дубилета. Большая. Рыба с большой буквы? Да. Большая тоже с большой. Угу. Вот. Дима Дубилета. Дубилета. Смотрите ответ на вопросы, которые вы задали Диме Дубилету в следующей передаче. Какой самый большой эпик ты сделал в привате или в монобанке? Какой урок ты вынес из этого? эпик — это неудача? Ошибку, да. Ошибку, неудачу. То есть, удачу учат. Ой, неудачу учат. Собственно, то есть, если ли какая-то вещь, о которой ты мог бы поделиться с нашими зрителями? Ну, я откровенно скажу, что... Я переживаю по поводу того, что мы приняли решение развивать свой бизнес на запад достаточно поздно. То есть на Западе уже появились сильные игроки, такие как револют Monza и прочие банки, которые ну, исповедуют ту же философию обслуживания, что и мы, но они вышли на эти, на эти рынки на год-два раньше. И, конечно, вот в те времена, когда у нас война была, когда была революция, когда там вокруг банка был вот этот кипиш, конечно же, ну, очень сложно было думать про что-либо другое. Но, наверное, если бы там хватило и смелости, и концентрации на то, чтобы сказать, вы знаете, давайте так, украинская история – это украинская история, но мы начинаем применять наши таланты не в Украине, а за границей, я думаю, что мы бы гораздо раньше смогли запустить крутой продукт на Западе, и это была бы очень интересная история. Ну, ты тогда был в привате, то есть ты искренне считаешь, что нужно было раньше уходить из привата и да, заниматься да. другим проектом. Да, я так считаю. То есть, есть какая-то обида на Приватбанк? Нет, обиды, нет? конечно же, никакой не было. И на самом деле, наверное, это было невозможно в той ситуации, потому что, ну, откровенно говоря, когда присоединялся к команде Приватбанка, то есть я планировал там работать ну, 4-5 лет максимум. И в принципе там в четырнадцатом в пятнадцатом году я видел свою карьеру так, что я иду дальше, начинаю заниматься каким-то своим бизнесом с, с там с единомышленниками, с нашей командой и mm -hmm. так далее. Но тогда в ПриватБанке был настолько непростой период, что представить себе, что ты просто берешь и уходишь, имея там все обязательства, которые у тебя есть, было просто невозможно. Риски, та ситуация, которая случилась с ПриватБанком, если опять же читать твою историю, она связана в том числе и с регулятором. То есть да, благодаря, может быть тем людям, которые стояли у управления Национального банка Украины. Сейчас ты развиваешь похожую историю на базе другого банка, но экономическая ситуация, регулятор в принципе не изменился. Риски, наверное, остаются такие же самые. Как ты оцениваешь эту ситуацию? Ты все-таки думаешь, я считаю, что он... история с этим банком не повторится? я уверен, что не повторится. К счастью, наша команда не общается с регулятором, с регулятором общается руководство этого банка, с которым мы сотрудничаем. Но наш бизнес заключается в том, что мы выдаем просто кредитные карты, и даем маленькие кредиты населению. И, конечно же, вокруг к этой истории придраться практически невозможно. То есть можно понять, как придраться там, к истории с какими-то корпоративными портфелями, с какими-то, не знаю, заграничными транзакциями и так далее. А, а здесь, то есть, даже при всем желании, как мне кажется, регулятор. Ну, Но ты тоже понимаешь, кро что кроме того, регулятору забороть. просто неинтересно нами заниматься. Мы очень маленький банк. У нас, я не знаю, там 200 тысяч карт выпущена. Но Твои амбиции не 500 же тысяч карт, твои амбиции больше. Ну, все равно с точки зрения там, кредитного портфеля, с точки зрения влияния на экономику страну, я думаю, что у нас есть кем заниматься. А мы создаем просто крутое мобильное приложение с крутой карточкой. Мне кажется, нас этим не интересно заниматься. Как ты считаешь, с момента ухода твоего с приватбанка тебе удалось построить отдельную историю Дима Дубилет, не IT-директор приватбанка? Отдельной истории Дима Дубилет нету, потому что у нас есть очень крутая команда. То есть у меня есть партнеры, вместе с которыми мы все это делаем. Поэтому, конечно же, говорить, что эта история Дима Дубилет, это будет и нескромно, и неправильно. Я считаю, что тот продукт, который мы создали, Монобанк, это, да, это отдельная, это крутая история. Мы еще, конечно, должны доказать всем, что она успешная, но пока что темпы неплохие. Дима Дубилет – это стартапер, это предприниматель, это бизнесмен, мне слово Это предприниматель. предприниматель больше всего Что нравится. Что ты понимаешь под словом предприниматель? Почему оно тебе нравится больше? Не знаю, чисто фанатически. Чисто, чисто фанатически. Ты получил бизнес-образование в Англии. Образование, бизнес-образование войти в Украине вообще в твоей жизни, твой, твой личный опыт. Я получил MBA полтора года учился. Ну, конечно, у каждого может быть своя оценка, но я считаю, что в моем конкретном случае это было супер полезно. У меня было достаточно неважнецкое образование высшее, которое я получил в Украине, и, условно говоря, там я не отличал. Я, не знал, как считать финансовую отчетность, я не знал, как строить бизнес-планы, мои знания о маркетинге там, или каких-то других дисциплинах были достаточно хаотичны, базировавшиеся на каких-то статьях и книгах. Здесь же получилось достаточно академически выверенное, правильное образование с какими-то крутыми кейсами, с и так далее. Ты сам выбирал бизнес-школу или это был совет друзей? <саспорказать> как ты? Почему не Украина? Почему ты не получал MBA в Украине? Получать именно MBA мне посоветовал отец, за что я ему безумно благодарен. А школу я выбирал по рейтингу. Это была эта школа номер один во всем мире. LBS London LBS? Business School, да. Можешь назвать, сколько стоило обучение? Около 50 тысяч, если не ошибаюсь, фунтов. фунтов. Да, но я, я не уверен. чем года на суммы... стационар, ты находился на стационаре, или это модули, на которые ты ездил? Ну, я, я жил полтора Полоценно, года в Лондоне, да? да. Для этого ты сдавал английский и Там все был истории. ряд экзаменов, которые нужно было пройти. Там, там колоссальная конкуренция. Я, кстати, поступил не с первой попытки. Я один год пропустил, поступил со второго раза, там то ли человек, то ли 10, то ли 30 на одно место, я не помню. И со второй попытки я туда поступил. Скажи, твой отец, насколько большой вклад сделал твой отец в твое... Огромный, самый а, большой. ну, наверное, в твое развитие, в твое... Самый большой вклад. Для, он для меня всегда был и примером, и образцом для подражания. Вы часто общаетесь? Вы сейчас общаетесь? Что он думает о Монобанке сейчас? Он один из партнеров Монобанка. А, он один из партнеров. То есть, по сути, у вас и, и папа ушел в бизнес. Конечно. Я, я я это не заметил в прессе, что отец тоже на Конечно, конечно. Ну для него, скажем так, то есть он занимается многими вопросами, но для него это один из да, вопросов первой концентрации. Мы все наши продукты, все наши я не знаю там сервисы в рамках Монобанка обсуждаемся вместе. Как часто вы общаетесь? Каждый день. Каждый день? Конечно. Дим, один из проектов, который ты развиваешь, это проект iGov последнее время ты достаточно мало о нем говоришь. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас сейчас переходный этап. Мы практически договорились с государством о том, что Айгов переходит в государственную собственность. Он становится официальным государственным порталом, через который граждане смогут получать электронные услуги. И после этого у него откроется второе дыхание. До последнего времени через Айгов только отдельные регионы активно развивали электронные услуги. Днепропетровская, Херсонская, Тернопольская там и так далее. Например, та же Одесса, тот же Киев, тот же Харьков они все по задних, потому что, ну, скажем так, у каждого губернатора или у каждого мэра своя мотивация. Сейчас, когда мы получим официальный статус, я рассчитываю на то, что ну вся Украина будет более стремительно открывать услуги в электронной форме, тем более что это бесплатно, тем более что это можно сделать очень быстро и так далее. Могу ли я сказать, что предположить, что передача проекта под государственную структуру была одним из планов начала конечно. работы с этим проектом? То есть ты в принципе наверное не видел будущего большого конечно, без конечно. влияния Конечно. Я, я понимаю, что людей может смущать то, что игов находится по сути в частных руках. Когда мы его стартовали, его невозможно было с самого начала делать под крышей государства, потому что ну, невозможно. Наше государство очень негибкое в этом плане. Но когда мы доказали всем о том, что можно создать вот эту крутую платформу, как организационную, так и технологическую, через которую можно как семечки запускать вот эти услуги в электронной форме, ну, сейчас аргументов о том, почему не пользоваться игов, почему не запустить, черт возьми, эти чертовы справки в электронной форме, ни у кого их нету. Я надеюсь, что мы таки добьемся своего. Ты инвестировал в это очень много своего личного ресурса, с это был чисто волонтерский проект. Да, конечно. Наверное, в чем смысл сейчас передачи его в государство? Помимо, опять же, волонтерских амбиций, помимо социальных каких-то ценностей. Только социальные ценности. То есть, если мы сейчас его не передадим государству, то проект закроется. Надо называть вещи своими именами. Потому что так дальше он не может работать, потому что ну, действительно, с точки зрения законодательства, это не очень правильно, когда а, портал находится фактически в частных руках. Это не прибыльная организация, но это не государственная неприбыльная организация. Можно сказать, что это первый твой шаг в политику? Нет. Ты в том числе не исключаешь свое политическое будущее. Не исключаю, но явно не в среднесрочной перспективе. Какая услуга в IGOV сейчас наиболее саботируется со стороны чиновников? Саботируется? Ну, скажем так, у нас в государстве более тысячи различных административных государственных услуг и сервисов. А, в хотя бы в одном регионе страны, хотя бы в одном городе страны в электронную форму переведено около 350 услуг. А, какие-то более массовые, какие-то менее массовые. Там есть услуга по открытию СПД, например, или по закрытию, или по изменению регистрационных данных юрлица, или многие другие вещи. Ну, вот, собственно, те 700 с лишним услуг, которые вообще не открыты, или те услуги, которые открыты только в отдельных регионах, не открыты по всей стране, ну, вот это все сплошной саботаж. А я напоминаю, что вы смотрите «Большую рыбу». Это видеоблог об IT-предпринимательстве. И мой гость Дмитрий Дубилет помимо вопросов, связанных с бизнесом, у нас есть еще рубрика, посвящена личной эффективности, жизненным взглядам. И, собственно, есть несколько вопросов от меня и от наших зрителей, которые я в том числе хочу задать Диме. Что ты делаешь для сохранения энергии? То есть, ну, находиться в постоянном драйве, то есть, я понимаю, что спорт и так далее, но когда ты в бизнесе, в одном бизнесе, там, 5-6, там, несколько лет, то есть, постоянно поддерживать энергию все-таки тяжело как ты отвлекаешься, как ты проводишь свое свободное время? Обычно у меня один выходной в неделю. В этот выходной я пытаюсь, ну, в этот день я пытаюсь практически не работать. Ну, могут быть какие-то там спорадические встречи или интервью, как в этом случае. Но я пытаюсь хотя бы один день в неделю вообще не заниматься работой. Это позволяет, конечно, каким-то образом отвлекаться. Ну, ничего выдающегося. Спорт, я не знаю, там можно поехать куда-нибудь. Я люблю какие-то такие короткие полутуристические, полубизнесовые поездки. Как часто ты предпочитаешь отдыхать? Сейчас у меня получается, что по бизнесу достаточно много приходится ездить по Европе. Ну, не только по Европе. Вот, например, завтра в Казахстан лечу. В Казахстан ты летишь тоже по... По, по работе. У по нас там один из проектов. В Алматы? Да. Каким бизнесом ты не будешь заниматься никогда, за что, э, что нужно сделать, чтобы ты уволил человек? Так, разобьем на две части: каким бизнесом не буду заниматься да. никогда? Здесь нет, наверное, какого-то целостного ответа. У меня есть просто система моральных ценностей, которая, мне кажется, не сильно отличается от любой другой моральной ценности, а которую нас учили в школе. Ценности? Ну, библейские, не библейские, как бы они все примерно об одном и том же. Исходя из этого, наверное, есть какие-то бизнесы, которые более приемлемы, есть бизнесы, которые менее приемлемы. А слово «принципы» мне вообще не очень сильно нравится. То есть вообще само слово «нормальное», само явление «нормальное». Но часто, когда люди говорят, что вот, я принципиально что-то не буду делать, для меня это сыр с какой-то узколобостью, что ли, шаблонным мышлением Тебе и так далее. Тебе больше нравится ценность? Что? Тебе больше нравится ценности, ценности, Да, слово «ценности» мне больше нравится, чем «принципы». Согласен. А по поводу «за что уволить человека»? Ну вот еще раз, у нас вот я недавно проводил интервью э, с сотрудником, и он меня спрашивал, какая у вас культура. Это заставило меня задуматься, как описать культуру нашей компании. Там стартаперская, открытая, там не знаю, плоская. Там можно много прилагательных э, придумать, но я подумал, что самое, наверное, точное определение это будет культура здравого смысла. Вот независимо от того, каким вопросом ты занимаешься, какой вопрос ты рассматриваешь, в первую очередь здравый смысл. Здравый смысл подразумевает то, что сегодня ты можешь Какие-то вещи делать по одному, завтра по другому, послезавтра по третьему. Нет каких-то правил, нет каких-то принципов. Есть главное здравый смысл, исходя из которого ты принимаешь решение. А решение каждый день приходится принимать десятки, а то и сотни. Поэтому, отвечая на вопрос, за что можно уволить человека, если мы вдруг видим, что человек не соответствует и культуре здравого отсутствие смысла. Здравый смысл. Отсутствие здравого смысла, конечно. Один из вопросов, которые опять же задают зрители канала подписывайтесь на канал. Первый экран твоего смартфона, что там есть? Так, боюсь, что тут Монобанк там есть? Монобанк, конечно же, на первом месте в левом верхнем углу. Ты листнул, листнул. Покажи первый экран. Да-да-да, вот-вот. Что? Монобанк. Чем ты пользуешься? Монобанк, куча мессенджеров, камера, фото, настройки, App Store, Maps, Maps очень важно у меня топографический кретинизм. Google Docs, Shazam, iBooks. Uh, словарь русского языка словарь английского языка почта фидли rss фидер программа которая позволяет себе отправлять emailлы на свою на свою почту uh, ну, фактически для меня это способ как введение туду листа заметки экономист музыка куча приложений конкурентов uber зум супер программа которая позволяет писать самому себе. Я ее обошел, я себе фильтр настроил. Я пишу письмо сам себе, и оно у меня сваливается получается, в отдельную папку. Ну, получается, в чем разница? Ты... Разница в том, что не нужно вбивать свой адрес. То есть ты ее запустил, написал и отправил. Все. То есть гораздо эффективнее, гораздо меньше кликов нужно делать. Что для тебя быть медийным? Как помогает это тебе в бизнесе? Конечно, это очень помогает когда мы, например, объявили о запуске монобанка, мы получили десятки тысяч предрегистраций. Когда мы запускались, мы запускались не на пустом месте, а было уже достаточно большое количество людей, которые изъявили желание стать нашими клиентами. И, конечно же, это одна из позитивных сторон вот этой медийности, того, что ты можешь запускать какие-то новые услуги, новые продукты и там, не платить за рекламу, а воспользоваться, например, своим блогом. Но это как-то мешает в том числе или нет? Нет, я не вижу, как это мешает. Канал YouTube, сколько времени ты тратишь? К, к сожалению, да? уже не Мы э, сделали несколько пробных видео, они получились в принципе интересными, но оно требует каких-то колоссальных усилий с точки зрения времени. И пока что непонятно, где это время брать, поэтому мы как-то так замахнулись, сделали три или четыре видеоролика. Мы решили делать видеоблог о том, как мы запускаем банк в Англии. Но пока что. Не пошло. Нет, оно пошло. И там просмотров и... и лайков, и так далее, достаточно много, но непонятно, где находить на это время. Это ли одна из причин, почему ты не отвечаешь на комментарии? На комментарии я пытаюсь, Вики, да? Э -э -э Ну да, наверное, на все комментарии сложно отвечать. Ты не используешь. Э -э я пытаюсь отвечать на комментарии, там, где нам рассказывают о какой-то проблеме Монобанка, особенно той, которую я не знаю, или которую хочется порыть глубже. Мы задаем быстрый вопрос, и Дима э, быстро отвечает. Обязательно быстро. Скажем так: я не думаю, что я тебе создам какой-то дискомфорт своим вопросом. Хорошо. Э, курица или рыба? Рыба. Велосипед, Велосипед. или бег? Велосипед. Айфон или Android? Оба. Амбидекстером нужно быть. У тебя два? Сейчас со мной только iPhone, но у меня и iPhone и Android. А, ну это связано, наверное, с продуктом, да? Ты все-таки тестируешь да. его и там, и там. Да, конечно. Но с точки зрения удобства, лично, лично. А лично все-таки iPhone. Почему? С точки зрения юзабилити, с точки зрения эргономики, я считаю, что там гораздо более Очень последовательная религия. история. Секси. Турция или Тай? Не то, не то. Где? <свят> Уточняешь, Европа. Наруш, наруш ну просто и бить. Турция, и Тай подразумевают какой-то ленивый отдых, что ли. Ленивый отдых я не люблю. Ну, Тай это не совсем ленивый отдых. Тай это я... Таиланд, на всякий случай, правильно? Да, 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 да. да, да. Не, ну, конечно. Хорошо, если Европа, что? Англия, конечно. Англия. Лондон. Лучший город в мире. Ну, с морем там не очень. С морем там не очень. Море я не очень люблю. Машина, японец или немец? А -а -а. Чех! Чех, Шкода. Шкода? Шкода, конечно. Ты любишь Шкоду? Да. Интересный выбор, не, не ожидал. И, друзья, это как раз самый удобный момент подписаться на канал, поставить лайк, для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. И один из вопросов, достаточно личный. Да. Где хранишь деньги? А, у меня сейчас где-то 5 банков, в которых я храню свой депозит. То есть это не только Universal Bank? Не только. Это что-то зарубежное в том числе? А, нет, в Украине все. Инвестируешь? Нет, пока нет. Ценная бумаги? Нет, ничего нету. Чисто кэш? Ну, кэш, но в безнальной форме. Супер. Это символ большой рыбы. Это вот такой маленький презент тебе. Спасибо. Я его каждому. Это гостю. щука, я правильно понимаю? Я не сильно разбираюсь. Это, не знаю, это, наверное, больше похоже на баракуду. Баракуду. Понятно. Но щука, мне кажется, она более такая продолговатая. Ага. А, ну, не суть. Это большая рыба. Я напоминаю зрителям, что вы смотрите блог Большая рыба. И сегодня мой гость Дмитрий Дубилет, экс it директор компании Банка Приватбанк, создатель проекта «Монобанк», FinTech Дим, спасибо тебе за очень спасибо, что содержательную пригласили. беседу, спасибо за открытость. Я напоминаю своим зрителям то, что с сегодняшней передачи у нас отсутствует цензура, и мы абсолютно на свое усмотрение оставляем тот материал, который сегодня прозвучал э, в записи этой передачи. Э, никакой цензуры, ну в общем... Ужас. Э, ужас, да. В общем... Ужас цензуры у нас нет. Все, что мы записали, мы оставляем в передаче. Дим, еще раз жму твою руку. Спасибо большое. Спасибо большое за желание. Спасибо. Всем пока.